года. Мяу-мяу. Понятно. ИТФ! Привет. Предлагаю тебе надеть бронекостюм. Потому что именно сейчас я покажу тебе взрывную смесь из максимально талантливых ребят со стема ИТФ. Погнали смотреть. Только осторожно. Ставить концерт. Ой, мяу, 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 мяу. Почему ты решил это сделать? Мяу, 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 мяу. Сколько времени у тебя ушло на подготовку всего этого детища? Ну, минут 15 от силы. Привет. Привет. Как тебя зовут? Даша. Вы тут все первокурсники, получается, в очереди? Да, первокурсники все. Как ты узнала о стеме? Моя сестра была в стеме, она сказала сразу иди в стем, когда поступишь. Понятно. Следующий. Почему вы называете себя Порох? Потому что у нас давно не было стема. В этом году мы возродились, как и споры. То есть вы а-ля Феникс такой, да? Да, а-ля Феникс. Ты в курсе то, что здесь 8 первошей всего? Слушай, ну нормально, 8 это много. ИТшники, 8 человек, вообще нормально. У нас на пары меньше ходило, нормально все. Споешь что-нибудь? Любите девушки простых романтиков, отважных летчиков и моряков. ИТФ! Ты знаешь кого-нибудь из жюри? По имени нет. А, нет, я знаю. Я знаю. По-моему, нет, не знаю. Какая тематика у вас? Концерт называется «Записки злобного гения». Пусть он так и останется. Почему именно электрики занимаются концертом ИТФ? Мы открыли свою компанию, короче. Помогаем малоимущим. Я искала тебя годами долгими. А как вы отбирали актеров? О, это легко. Их 5 человек и все в главных ролях. Потому что это все первокурсники, и они... стараются, пытаются возродить этот легендарный стем, а электрики в этом помогают. Привет. Привет. Кто тебя заставил здесь стоять? Замкомандира. Анекдот. Заходит мужик в ателье, примеряет шляпу, а она ему как раз. Забавный анекдот. Такие неожиданные ситуации, когда подходит с микрофоном. Сколько платят за эту работу? Вот такое спасибо. Вот такой бомбический концерт показали ребята с инженерно-технологического факультета. Ну а я с вами не прощаюсь. Увидимся на галке.